Станислав Галиев, номер 10. Дмитрий Воронков, номер 25. Дани Занипов. Супер момент и супер сейв. Вратарь отдался, но все же гол. Все же гол на добивании. Выход 2 в 1 и уже сразу же подольская команда могла забивать, но вот с этим броском в касание Варфоломей Вобелялов справляется, а повторный бросок оказывается для голкипера Акбарса не берущимся. Нятинин здорово вкатывается на пятачок и поражает цель. Маричев. И Азеведо пока самый активный, наверное, в Акбарсе. И вот момент был. И тут, похоже, мы видим шайбу в воротах. Бросок у Петрова есть, ну и давайте посмотрим за этой атакой. Нужно передачу Азеведо, конечно, отметить. Не первым касанием, но так очень быстро обработал шайбу Петров. И видим мы, что из-под скопления игроков эта шайба вылетает. Возможно, даже не увидел момент броска Ежов. Причем бросок-то очень сильный и точный. Получился в ближний угол. И так она отскочила от сетки, даже было непонятно, вообще оказалась ли шайба в первую секунду в воротах. Итак, Кирилл Петров 11-ю свою шайбу забрасывает в этом сезоне. Сейчас 2 в 1. Акбарс атакует и забивает. Ну, здесь передача стоит отметить. Классный пас. Такой на вытянутые руки. Аккуратная подкидка от Петрова. Петрова тоже, кстати говоря, второе очко в сегодняшнем матче. Ну, возвращает должок Азеведо, да? В случае с первым голом именно Азеведо ассистировал Петрова. Теперь происходит обратно. И не промахивается Азеведо. Вновь без шансов для Ильи Ежова. 11-я шайба Азеведо в этом сезоне. 28-й. Евсеенко набрасывает. Помогают опять защитники. Можно играть еще. Набрасывает Евсеенко и забивает. 2-2. Вот сейчас этот бросок произошел. Вот давай смотреть. Да, Бувальцев очень здорово на линию огня выкатился прямо перед Белялом. Занял позицию. Тут еще и из-под Азеведо шайба вылетела. И вроде бы коснулся, да, шайбы в последний момент Белялов. Но рикошетом, по-моему, от блина влетела она в ворот. С очередной попытки в большинстве, видите, счет сравнивает. И он становится 2-2. Попытка контратаки от Барса. Здорово, как ушел от защитника. И какую шайбу забил! Это просто красотища! Не стал играть на сохранение, не стал уходить за ворота, а полез на пятак. И как же здорово направил шайбу между щитков Ежову. Да. Супер, супер, супер гол. Наверное, ну, лучшая шайба нынешней недели. Она пока еще, конечно, идет, но, наверное, по итогам недели этот гол, скорее всего, признают самым красивым. Уже на прямых ногах обороняют хоккеисты Витязя. 2 минуты они не могут поменяться. И шайба в воротах. И шайба в Витязя залетает, да, ворота. Давайте смотреть еще раз этот момент со взятием ворот. Ну, подправление тут было шикарное, конечно, Кармье. Одиннадцатая шайба Патрис Кармье в этом сезоне. 22-е набранное очко. По-прежнему формат 6-4. Выиграли, выиграли хозяева. Евсеенко, и нет! Возвращается Ежов в ворота. Максимум, на что хватит, видите, время, это может быть еще одну шайбу забить. Вот сейчас, например, бросок, он заблокировал.